День призывника проводится в Димитровграде традиционно. На встречу с будущими призывниками, старшеклассниками и студентами приходят руководители служб, которые знают об армии все. День проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Обязательно тех мальчишек, которые идут в армию, но и те, которые пойдут в дальнейшем. Комитет солдатских матерей подготовил к этому дню информационные брошюры и памятки призывникам. Если обходными путями когда-то или кто-то уходит от армии, то он получает какие-то минусы по жизни. А парень, пришедший из армии, он уже знает, что по жизни делать. Поэтому долг защитника – это защитить государство. А государство должно защитить нашего защитника. Сами ребята тоже согласны со взрослыми. Служить в армии надо. И по долгу, и по памяти к предыдущим поколениям. Надо отдать долг родине, а потом, значит, служить обязательно, потому что наши деды и прадеды воевали. Татьяна Лисеева, Анжелика Барвинок. Наше время.